Часовой у Знамени Победы. Так называется патриотическая акция, которая проходит в эти дни по всей стране. Ее проводят в рамках мероприятий, посвященных 70-летию Великой Победы. К ней присоединилась и Кабардино-Балкария, а в Прохладном организовали еще и встречу с бывшими узниками концлагерей. С подробностями наш специальный корреспондент Сафар Гиреев. Торжественным маршем на школьную площадь внесли копию Знамени Победы. Поддержать участников акции в 6-ю гимназию Прохладного приехали члены Общественной палаты КБР во главе с Ануаром Чеченовым, представители властных структур. Почетные гости – ветераны войны и бывшие узники концлагерей. Школьники рассказали об истории Знамени Победы, стали на вахту памяти, сфотографировались рядом с копией штандарта. Цель данной акции – формировать уважительное отношение молодежи к отечественной истории. Воспитывать гордость у нашего подрастающего поколения за своих дедов и прадедов. Уже после в актовом зале гимназии состоялась встреча учащихся с ветеранами. Встречу организовали в преддверии Международного дня освобождения узников фашистских концлагерей. Отмечается он 11 апреля. В той войне каждому выпала своя ноша. Кто-то воевал, погибал на фронте, кто-то подрывал дух врага с тыла, а кому-то суждено было пройти через нечеловеческие испытания в фашистских лагерях смерти. Голод, холод, болезни, рабский труд. Воспоминания терзают каждого из оставшихся в живых узников. Но они наперекор всему выжили. И сегодня призывают нас всех теснее сплотиться против любых попыток возрождения нацизма. Треблинка, Собибор, Майданик, Освенцим, Маутхаузен, Бухенвальд, Дахау. Эти названия и сегодня вызывают чувство боли и ужаса. Сотни тысяч наших соотечественников оказались более чем в 14 тысячах концлагерей, тюрем, гетто, разбросанных по всей Европе. Всего погибло около 5 миллионов советских граждан. По данным Республиканского совета ветеранов, в Кабардино-Балкарии сегодня проживает чуть больше 60 бывших узников, живых свидетелей тех лет. Осенью всех нас немцы согнали на железнодорожную станцию Мшинская и отправили в вагонах, в которых возили скот, на запад. Довезли нас до Литвы. В Литве на сортировочной, как тогда называли, станции, кто был постарше, отправили дальше в Германию, а нас оставили в Литве. Кормили очень плохо, мы были худые, раздетые, разутые, но выжили. Представители Общественной палаты КБР и местной администрации отметили высочайшее мужество тех, кто прошел ужасы немецких застенок. На встрече им вручили медали «Непокоренные» от Российского союза бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. В завершении школьники показали театральную постановку о жизни узников. Глядя на них и слушая детские рассказы, зрители не могли сдержать слез. Сафар Гиреев, Анатолий Дерико, Вести, Кабардино-Балкария.